Давай со мной играть. Играть? Но уже поздно, Алиса. Смотри, я тебе принесла пижаму. Давай ложиться спать. Нет, не хочу спать. Я буду еще играть. Сначала со своими куклами Челси и Машей. Потом со своим любимым зеленым слаймом. Ну а потом я буду наряжаться. Но Алиса... Нет, 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 не хочу спать. Что же мне делать? Как мне уложить малышку в кроватку? О, придумала. Дам-ка я ей теплого молочка. Она его попьет и сразу заснет. Мама, давай ты будешь Челси, а я Машей. Давай, но вначале нужно подкрепиться. Смотри, что я тебе принесла. Ой, молочко, люблю молочко. Я знала, Алиса. Ну-ка, дай на время свои игрушки. Вот, выпьешь всю бутылочку, а потом продолжим играть. Точно продолжим? Конечно. Ой, Алиса, тебе, наверное, неудобно сидеть и пить молочко. Ну-ка, приляг, так будет лучше. Вот так, пей, малышка, пей. Ну вот, у меня получилось. Алисонька заснула и выпила все молочко. Алисонька, солнышко, нужно одеть пижамку. Придется, иначе ты будешь всю ночь спать в этом платье. Давай-ка я тебя тихонько поверну на животик. Вот так. И сниму с тебя аккуратно платье. А теперь аккуратно наденем твою любимую пижамку. Вот так. Как же крепко спит моя малышка. Так устала. Пойду перенесу ее в кроватку. Вот, спи, мое солнышко. Пусть тебе приснятся сладкие сны. Вот так я сегодня укладывала свою непоседливую бебибон Алису. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите мои другие мультики с куклами и пупсиками. Пока!